Набережная Цесаревича. Бухта Золотой Рог, Золотой мост. Что-то там опять сваи заколачивают. Люди вон на лавочках загорают, отдыхают. Сегодня солнечная погода вроде как. Пока не очень жарко. Хорошо, красота, красота. Время сейчас 12 часов. Там наверху стройка музейно-театрального комплекса, фуникулёр там. Здесь на набережной мост любви. Приезжают свадьбы сюда фотографироваться. Вон там мужичок на роликах. Уже в возрасте мужичок такой, но на роликах. Ну а здесь вот детская площадка в виде парусного корабля. Хот-доги. Вот такой интересный желтенький автобус с мороженым. Детишки на велосипедах тут на разных катаются. Дамы прогуливаются. Мороженое. Здесь такой павильончик с мороженым. Урса. Это, я так понимаю, фабрика мороженого Урса. И вот наш красавец. Золотой мост. Чайки летают в небе. Здесь всякие средства передвижения для детишек. Ну и надувной тут батут такой вот. Дрифтеры. Да, похоже на стройки, сваи там какие-то вколачивают на той стороне, на Чуркине. Красота, красота. И в обратном направлении по набережной Цесаревича. Там где-то на той стороне сопка Бурачка. Прозвучал полуденный выстрел на корабельной набережной. На роликах тут пацаненок гоняет.
чайки орут. Там вон на крыше чайки сидят. Красота, красота. Что-то здесь ленточкой заградили для чего-то. Для чего-то заградили тут ленточкой. Тут иногда проходят соревнования. Ну, на роликах тут всякие трюки делают. Иногда проходят соревнования. Вон девушка собралась на роликах кататься. А так вон там прокат есть велосипедов. Вон там сам себе велосипед называется. Красота какая. Ну, здесь вроде как можно даже и отремонтировать велосипед, и на хранение оставить свой велосипед. Фонтаны, к сожалению, не работают почему-то. Ну, набережную открыли где-то в октябре 2012 года. Открытие было. Вот. Здесь всякие разные мероприятия были. Сцена была установлена где-то вон в том районе. Оркестр играл, группы выступали. Но было холодно тогда. Это где-то октябрь 2012, кажется, года. Корабельная набережная. Красный вымпел, музей. Люди фотографируются. Центральная площадь города. Здесь много туристов из Китая. Вот они с зонтиками идут. Еще вон там автобусы туристические стоят. Вот. Но опять же, любят почему-то китайцы кормить голубей. Фотографироваться с ними любят. Не знаю, может быть, это как-то связано с культурой Китая.
Может, это символ какой-нибудь, кормить голубей. А здесь фонтан, но он работает вот в таком режиме. Детишки там что-то хлюпаются в нем. Здесь, но, к сожалению, на площади нету тенька. Нет такого места, где можно спрятаться от солнца. Туристы уезжают. Наверное, ну, еще будут группы какие-то. Они каждый день здесь. Что-то там фасад подделывают, ремонтируют или доделывают что-то. Этот работяга, блин, на перила улегся и загорает. Вот, блин, тунеядец. Казачок, экскурсовод. Пацаны в тенек спрятались.